Ой, ты тут с Су-25-м, что ли? Извращенец. О, кстати, с Су-25-м нужно там загасить их. Так, скажи, что повесить, я повешу, если да? Да нарами, наверное, можно. Ну, может, птуры и нары взять. Там, да, вихри можно взять. О, ну ты еще там прицеливаться, там лазером светить. Ну, возьми там нары тоже, нарами там можно, я думаю. Ну, тогда, что там, пяток, кап 1500, и что? Ну, да. Я этих эсок повешу тогда, чтоб видеть, кого стреляю. Так, я тебя, Саш, не вижу. 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 Если это ты, вижу на 11 часов. Вы скажите, в куда воевать? Ну на карте там, если посмотришь, там блокпост 1, блокпост 2. Юг от Беслана. А, я летал Беслана 26. В смысле, в реальности? Ну, касаться возьму. Ну, местность знакомая тебе, вообще хорошо. Флаг в руки давай берет. Так, блокпост какой нужен? Один, два? Да, оба. Обои два? Да. Так, сейчас я это желтое поле буду искать. Да. О, я вижу желтое поле, я даже вижу там цели уже. Да, то есть. Да, теперь ты уже знаешь, куда смотреть, поэтому... Если бы у меня еще из клавиатуры клавиши не выпадали, было бы совсем здорово. У меня кейкап отвалился. Это очень вовремя. Прям вообще не говори. Что мне такой пикает? Какие-то пикающие звуки, видимо, морзянки. Что это такое? Наверное, там кто-то. Так оно снаружи даже с видом с внешних. Это, я не знаю, у меня ничего не пикает. Так, я вижу какую-то хибару, действительно. Там техника. Хибара, до хибары 11 километров. Телеавтомат активен. А что у меня? Так, лазер включен. Так, 3-4, это значит... О, ты что-то там даже поджег? Дальность, дальности пока нету. То есть дальность есть, а кольцо не ползет. Сколько ты стрелял? Я с 8 начал стрелять, чтобы близко не подходить. А, вот поползло кольцо. Так, это по мне пуск, что ли? А, это по тебе пуск. Тут флажки расставил. У тебя по тебе был пуск. Я видел ракету. А потом пошли ловушки. Ну и чё, у меня нет С? Да нет. Сейчас к вам Зевс прилетит. Может, ты что-то забыл включить? Да, вот, да. Вопрос что? Больше нам эти инкассаторы... А, наземная подвижная цель. Да. Больше инкассаторы нам эту лодку предлагали, дорогой. Не, спасибо. Сейчас, груз. Так, излучение включено. Еще там на той стороне вкусная столовая была.
760. А вы этим СРС не пользуетесь, да? Че? СРСом этим не пользуетесь, смотри, что бла-бла-бла. Типа на As Natural, там, переговоры. А, не, он странный. Он не у всех работает, поэтому... У меня вроде работает, проверял. Ну, да, у нас работает с тобой, я знаю, но он не у всех работает. Вон он так щелкает по кнопкам, Крок. Я. Так, хорошо. Ну, что ты не захватываешь-то? Как будто, знаете, прослушиваю маяки. Морзянка. Все возможно. Что за ерунда? Я вешу на одном месте, у меня дальность прыгает. Как будто у меня лазерный дальномер не работает вообще. Что за ерунда вообще происходит? Почему дальность растет? Это как вообще может быть? Да, я вешу на месте, а у меня дальность уже 21 километр до одной и той же точки. Это как? Только что было 7. И продолжает расти. Прицельный комплекс вроде как работал, так и работает. Ничего тут такого. Сейчас, ладно, выключу все нафиг. Там что, живое осталось? Там что-то есть живое еще. Виднеется. Ну, недобитое точно есть. Если что-то горит, а что-то, скорее всего, не горит. Там вот черная машина живая или нет, это мне непонятно. Ну, я хрена ли что-то вижу сейчас, поэтому... Я сейчас с вихря посмотрю. Что-то низко я так понял. Да, там машина стояла. Ну что, вот это я не знаю, по-моему, она сгорела. Ну не так. Телеавтомат активен. Ну вот. И чё? Дальность есть. О, ну теперь есть стреливание. Замечательно. А чё было? Атака. Берегись. Я стреляю. Атака. Вертолёт. Чё было? Вот скажите. Атака. Берегись. Атака. Берегись. Я чё-то там добил, Саш. Я не знаю, что это было, но кто-то добил. А ты где добил? Какой? Блокпост? Ну мне написали ИТТ-код. Да?
Отлично. За дымом ни хрена не видно, но я сейчас их нарами накрою. Сейчас я только очередь длинную поставлю. Вот это дым же жёлтый. О, да, прямо в лоб. Я не увидел последнего. Да, там стрелковая артиллерия осталась. О, я жив? Я очухался. Ну, поздно. Надо было сразу пытаться выпрыгнуть. Слушай, ну, если нары легли в блокпост, там ничего не осталось, потому что я дал такую очередь, что там должно было.